Личная жизнь между. Эпиграф. Наша между уже не скулит. Наша между начиналась как между мной и тобой. Постепенно оно выросло, укрупнилось и стало таким самоуважаемым между. Ушло в свободное плавание по жизни. И что? Теперь прислала мне своего сына или дочку. Или внучку, или внука. В общем, кого-то неясного и несовпадающего, какого-то двойника. Теперь наше между – это между мной и моей любовью к тебе. И она так же, как и прежняя, уже даже не скулит. По этому признаку я и узнала его. Так странно и незаметно совершилась эта подмена. Личная жизнь между.